достану так, чтобы вам видно было происходящее. Кормушка такая тяжелая. Это она, походу, так. Нет, какая-то рыбешка. А ты говоришь, рыбы нет. Посмотрите, и вода какая чистая. Уже на жареху есть. Ну ты даешь. Мы еще... Нормально, да? Вот без меня бы и рыбы не поели, ей-богу. О, видели, что поймали? Молодец, Виталь. Первая рыбешка есть, поздравляю. Говорит, не рыбное место. Уже на жареху. Красота. Везде нужен контроль, а то сейчас еще одну выпустит. И будем мы без рыбы. Да, Виталь? У меня все под контролем. Водичка сегодня чистенькая прям. Нихера себе! Фу! Да ну нахрен! Да ну нахрен, ребята! Вы посмотрите, кого он... Виталий, ты видишь это или... Ой, извините. Виталь, ты кого поймал? Отпускаем. Конечно. Ну это... Я не верю своим глазам, Виталь. Фоткай. Конечно, сейчас фоткаю. Ну давай, отпускай, да. Представляете, стерлядь поймал. Нет, ну это вообще... Виталь. А ты помнишь, как ты мечтал? Да. Вот мечта и сбылась. Я же говорю, мысли материализуются, а вы мне говорите. Виталь, ну это же круто. Да. Блин, у него... Он к берегу прибивается. Мой ты зайчик, вон туда его. Бедненький, он не верит своему счастью, видите? Ой, сейчас он пойдет. Мой ты хороший, плыви. Красавчик, ну это он видел. Поплыл.